Ребята, привет. Раннее утро. За окошком еще темно. А я уже собираюсь в Африку. Вот так выглядит то, что я с собой беру. Немножко документов, всякие зарядки, телефон. Прям даже себе камеры зарядки. Жесткий диск. Аптечка, бритва. Специальный кошелек для путешествий. И немножечко вещей. Сейчас все это сложу. Вот так вот. Все собрали. Готов. Едем. Оцените, как вам новая камера моя. Нравится качество? Если нравится, напишите в комментах, что лучше или хуже стало. В общем, только прилетел в Амстердам. Сейчас иду на пересадку и лечу в Луанду. Довольно-то 3 часа. Пойду сейчас в бизнес-зал, потусуюсь. Всякие штуки есть прикольные. Встретил, например. Видите? Такое место, где могут лежать, смотреть в окошко. Здесь тоже везде можно лежать и стекать. Прикольная штука, часто так делают в Европе, в Америке. Просто обычная вода, добавляют всякие фрукты, овощи, травы, там еще что-то. Они придают вкус определенной воде. То есть она вкусная, как вода обычная, но чуть с вкусом. Так интересно, время 10 вечера. Аэропорт как будто вымер, никого нет. У меня вылет 10:45. Вышел немножко пораньше, хочу размяться, погулять. Что стало уже сидеть и есть, и пить все время. То есть делаем последние шаги, и уже через несколько часов мы будем в Луанде. Вот мы прилетели, выходим. У этого самолета есть две специфики, две фишки. Первая фишка – это то, что подавляющее большинство пассажиров были белые. Вообще, практически все. 99%. Что меня очень удивило. Я как бы ничего против не имею, но просто не ожидал. Обычно в том направлении, в которое ты летишь, очень много местного населения. А здесь все белые. Вообще, практически все. И вторая фишка – это то, что, видите, некоторые выходят, а некоторые не выходят. А самолет летит дальше. То есть мы сейчас как на маршрутке прилетели до Луанды. Пилот сказал 15 минут остановка, все выходят, а мы летим дальше. Так, вот такая, значит, квартира. Заходишь, сразу холлы. Тут телевизор, ноутбук мой стоит. Здесь кухня, где все готовится. Кстати, какой вид, интересно, из холла, из кухни на улицу. Что там видно? Мы на 16 этаже, вот здесь Луанда чуть-чуть видна. Вот, кстати, это все принадлежит компании Total. Ребята работают в Total. Вот, рядом еще дом строится, прикольно. Там две жилые комнаты, я не буду вам их показывать. Ну, вон там вот комната за углом, и вот здесь вот комната. Туалет, тут есть туалет. Душевая ванна, тут есть туалет. Вот, и дальше коридор пошел. Ну и тут еще возле кухни небольшой складик, где всякие штуки хранятся у них. Ну, типа там прачечная и склад. Вот такая квартирка в Луанде, Ангола. Еще тут есть бассейн и прогулочная зона. Ну, сейчас пойдем посмотрим вместе все. Пойду сейчас прокачусь на 7-й этаж. Вот так вот выглядит Луанда с высоты 7-го этажа. Мы живем на самом берегу, а у нас отель с Игорем забронирован где-то вот здесь, вот примерно где-то вот здесь. Вот. Называется район Льерас, вот. Там мне сказали, что... Я думал, тут можно будет купаться, я выбрал нам отель там. А мне сказали, что там купаются только маленькие детишки местные, вот, поэтому... Не будем мы с Игорем купаться. Бассейн небольшой с видом на море. А теперь поедем за машиной.
deflate these windbags with creative syntax. The citizen is back, man, to blaze these big raps. We're in charge, so chill, just sit back. You can try and take over, but you don't want to risk that. Все, таксист меня высадил. Приехали в российское посольство. Вон уже знакомые картинки на стене. Тут где-то рядом стоит наш Duster. А entrada? Да. Entrada. Machada. Руся. Окей. Обригадо. Прикол в том, что здесь все говорят по-португальски. Я португальский вообще не знаю. Знаю немножко испанский. Но испанский, португальский, они похожи чем-то. Но, тем не менее, разные языки. Так что выручает меня это чуть-чуть. Так, embaixada de Rússia. Звонок по-русски. Моя знакомая, которая здесь живет, экспат, которая работает на международную компанию, на французскую, так меня запугала местными нравами, что мне теперь в каждом втором мерещится какой-то бандит и преступник. Вот. Один из первых советов был, который она дала мне. Сказала, что если к тебе на улице с оружием подходит, то не сопротивляйся, отдай все. Вот, это удивительный совет, но в то же самое время задумываешься, ведь действительно стоит сопротивляться или это просто деньги. Вот, ну, по крайней мере, надеюсь, ничего подобного у нас не произойдет за всю поездку не только в Анголе, но и дальше. Но, тем не менее, такой свет она мне дала. Ну и вообще, в принципе, говорю, что здесь это очень распространено, на каждом углу могут быть такие проблемы. Быть осторожным и в трущобы всячески советовала мне в трущобы не соваться. Тем более вечером или ночью. Ну что, забрали мы наш Duster. Значит, вот он стоит. Жив-здоров. Две проблемы. Первая. Одну запаску сперли. Только одна запаска осталась. И вторая проблема. Разбили нам стекло. Это ребята из посольства заклеили пленкой. Машина стояла здесь долгое время, все было в порядке. Сегодня ночью разбили стекло. Поедем менять сейчас. Сейчас я Игоря заберу и поедем менять. Блогер, я жду тебя уже час. Час? 50 минут. Здравствуй, Рома. Привет, как я долетел? Долетел. Я смотрю, у тебя в Эмиратах был Wi-Fi. У меня был интернет, у меня была связь, мне звонили, так я разговаривал в телефоне. Нам ребята из посольства помогают с ремонтом машины, привезли в сервис. Сейчас они, короче, работают до 6, время 5:30, не знаю, получится сегодня, не получится отремонтировать. Если получится, то сейчас сделаем стекло, завтра утром поедем, если нет, то завтра. Hello. Смотри, могут разбить или забрать карту. Приехали в отель, заселяемся. Это отель дедушки Обамы. Вот он нарисован здесь. Называется Томпсон. Один из самых дешевых отелей в Луанде, который я нашел. Стоит 100 баксов за ночь. Заходим внутрь. Привет, ребята. Привет. Вы попали на канал Рязанцев Игоря. Are you having dinner with us? Здесь будем кушать. Посмотрим. И just 6000 or... yeah. 6000 это сколько получается? Я не знаю. Это $15. Давай посмотрим, похоже. Can you show menu, please? Today is он как расскажет. Тут морепродукты есть. Слышишь? Тут мясо не очень, тут надо морепродукты есть. Seafood. Today? Seafood? Yes. No. Not today. We would like seafood today. Yeah. Ну, симпатичный отель, смотри. И снабрайд тут есть. Тут завтрак есть, завтра утром будет. И вон на гитаре поиграем. Все круто, остаемся. Yeah. Okay. Sorry, coach. Ну, слушайте. This is what happened. Цивильно. And then the guest came back. And then he sit down. And leave it here. Okay. Because she did it in the room. Listen, I will tell маленький номерок, маленькая кровать. To come, just to come. Зато с видом на море, смотри. Да, вообще, видок, конечно, балдежный. You like the view? Yeah, very nice. So how is Russia this day?
Zero, about zero. It's good? In Russia, Russia it's good? Zero, cold. Oh! 0 degrees. Zero? Zero, right now. Here, zero, we will die. Can I walk here? Yeah. Yeah, you can. Yesterday was snow. Whoa, here, no snow. Yeah, I know. Okay. Игорь, ничего, что ты на крышу вышел? Не разрешили, отпустил. Может, пойдем по соседним отелям, номерам смотреть? Как там в соседних номерах? Вон там собака. Ну, не кусает. Вот, короче, предупредил охранника, что у нас нету стекла. Сказал, что нужно будет смотреть, глаз не сомкнет. За это я ему утром заплачу. Фишка Анголы еще в том, что меняя доллары на местные кванзы, курс примерно 180 кванз за 1 доллар. Кванзы? В банке. В банке, да. Кванзы. Вот. А если ты меняешь на уличных менял, ну, на стрипе вытянутые, как, прям как это. Да, прикольные бабки. Вот, а если ты меняешь уличных менял, курс 350-360 кванз за 1 доллар. В два раза. Прикинь. На. Если ты платишь, соответственно, карточкой, то ты также платишь по курсу официальному. А неофициальный точно, курс точно. Два раза выгоднее получается. Так, а тут как написано, тут от карточки нет, они везде принимают. Ну, слушай, ну, в отеле, там, в столице, я думаю, везде можно заплатить. Ну, как бы фишка в этом. Поэтому Ангола считается очень дорогой страной, отчасти из-за этого. Поэтому везите, ребята, кэш. Да, везите кэш, это будет реально. Сидим с Игорем в самом крутом ресторане в Анголе, на берегу океана. Заказали себе еду. Игорь заказал себе вегетарианское блюдо. Какие-то ростки пшеницы. Нет, это фасоль. Фасоль с перцем. Ну как, остренько? Да, но только это не то слово остренько. Я просто сейчас думаю, что у меня кишки вылетят. Ну, приятного аппетита. Ты пивом туши. Я их тушу. А я взял доширак с свежевыжатым на 7 суток. А я посмотрел и тоже взял. Да, Игорь взял себе вторую порцию. А вот ценник здесь дороговатый. Вот мой доширак стоит сколько? Не знаю. $10 где-то. Ага.